Водная жизнь. Порой вода неуловима. Она прячется, и ей почти что удается оставаться незамеченной. Подземные пласты, таящие в себе воду, являются вторыми по величине хранилищами пресной воды на нашей планете после ледников. Взаимоотношения между человечеством и этой скрытой водой уходят корнями в века. Эти узы возникли из необходимости и нашего стремления к выживанию. Полезная вода. Некоторые водоносные пласты могут занимать территорию в несколько миллионов квадратных километров. И хотя их не видно, они играют основополагающую роль в существовании жизни на Земле. В самом деле, под нашими ногами хранится куда больше жидкости, чем во всех озерах и реках мира. Однако, несмотря на тенденцию к исчезновению, следы влияния воды сразу же бросаются в глаза. Именно эта сокрытая вода увлажняет недра Земли, делая нашу планету цветущей. Эти запасы жидкости питают наши сельскохозяйственные угодья. Эту воду фермеры искали на протяжении тысяч лет, дабы орошать свои поля и выращивать урожай. В некотором смысле, эта сокрытая вода является источником жизненной силы колоссального организма нашей планеты. Скрытую воду, восстанавливающую силы и энергию, всегда охотно разыскивали, и вокруг нее возник весьма нетипичный природный мир. Чтобы добраться до этой воды, люди сооружают колодцы и проходы, которые вскоре заполняются жидкостью, постепенно просочившейся из недр земли. Многие из материалов, составляющих земную кору, пористы. Играя роль гигантской губки, они на очень долгое время сохраняют в себе воду, в некоторых случаях даже на тысячи лет. Колодцы пробиваются в почве, состоящей из таких материалов.
Эти колодцы, до краев наполненные водой, превратились в весьма причудливые экосистемы. Они очень похожи на маленькие водные островки, окруженные морем почвы, измученной жаждой. Добравшись сюда из далеких и немилосердных мест, странное сообщество живых существ, изгоев водного мира, находит прибежище в этих колодцах. Прохладная и тенистая вода в колодцах способствует росту водорослей, становящихся основой маленькой своеобразной экосистемы. Этими водорослями кормятся самые разнообразные бактерии и микроорганизмы. Наиболее часто здесь встречаются инфузории сувойки, парамеции и коловратки. Многие из этих существ играют роль фильтров для органической материи и небольших водорослей, которые растут в колодцах. В свою очередь, эти микроорганизмы и даже гигантские дафнии, чуть больше миллиметра, затем попадаются самым свирепым хищникам, обитающим в колодцах. Гидры — одни из самых странных обитателей таких мест. На первый взгляд они похожи на растения, но на самом деле это крохотные пресноводные полипы, дальние родственники морских кораллов. Их тела весьма эластичны, и при необходимости они могут вырастать или съеживаться. Несмотря на свой безобидный вид и размер всего в несколько миллиметров, они плотоядны. Гидры трясут своими липкими жалящими щупальцами, надеясь изловить крохотных существ, плавающих по соседству. А когда им это удается, они быстренько засовывают добычу себе в рот, способны растягиваться до невообразимых размеров. Но не все обитатели колодцев настолько малы. Лягушки-крикуньи и другие земноводные превалируют в тех местах, где вода выходит на поверхность Земли, и солнечным лучам удается добраться до дна. Лягушки используют колодцы в качестве яслей. Также эти сооружения дарят им защиту от многих хищников.
Здесь жизнь проста, и им удается завершить свой биологический цикл, ни разу не покинув жизненный диаметр колодца за все 8-10 лет своей жизни. Все-таки лягушки не могут обходиться без воды, а здесь наличие жидкости гарантировано. Но колодцы притягивают к себе не только водоплавающих существ. Их древние стены усеяны укромными уголками и трещинами, в которых обитают самые разнообразные птицы. Здесь они находят прохладное местечко на время сезона выведения потомства. Также здесь они надежно защищены от злоумышленников и охотников. В самом деле, стены колодцев часто бывают схожи с небольшими городками, населенными стайными птицами, например, голубями, попугаями или скворцами. Подавляющее большинство птиц, населяющих эти постройки, поддерживает весьма тесные отношения с людьми. Скворцы умеют очень ловко находить проемы в стенах, а в заброшенном колодце непременно отыщутся трещины, где можно спрятать свое гнездо. Действительно, суета скворцов возле колодца является признаком того, что птицы завладели им ради трудов по выведению потомства. Вода, увлажняющая землю, может пробиваться на поверхность и без выкапывания колодцев. Там, где уровень грунтовых вод очень высок, то есть там, где залежи подземных вод находятся близко к земной поверхности, возникают ручьи и ключи, которые струятся из недр земли, изобилуя чистой пресной водой. И как фермеры роют колодцы, чтобы набирать из них воду, владельцы ранчо придумали водопои и поилки, дабы снабжать свои стада жидкостью. Такие сооружения стали гигантскими дикими аквариумами, в которых возникли удивительные водные экосистемы. На открытых ландшафтах сельской местности, частенько в засушливых местах, водопои преображаются в оазисы, дарующие приют широкому разнообразию водной фауны. В самом деле, эти рукотворные сооружения с большим успехом колонизировали тысячи видов насекомых, земноводных и даже рыб. В том, что касается захвата поилок, преимущество остается за жуками. Они прилетают сюда.
Жуки-плавунцы, длина которых превышает 4 сантиметра, великие хищники и гроза поила. Есть лишь один охотник крупнее и прожорливее жуков. Их собственные личинки. Личинки жуков-плавунцов имеют две огромные крюкообразные челюсти, которые им бывают весьма полезны. Почти все существа, плавающие в этих естественных аквариумах, рискуют стать добычей этих ужасающих инструментов. И если ты попался на крючок, уже не спасешься. Прежде чем отпустить свою жертву, личинка высосет из нее все соки. Но этот маленький водяной сад приютил и животных покрупнее. В период выведения потомства тритоны обычно обитают близ поилок. Эти небольшие водоемы — весьма удачная находка для иглистого тритона, который использует их для расширения своих владений и весь год живет под водой. Рацион тритона составляет великое множество крохотных существ, которыми кишит поилка. Поилки выполняют свою миссию снабжения крупного рогатого скота и людей питьевой водой. Однако качество воды, струящейся в них, является привлекательным фактором для дикой фауны. Здесь собирается множество животных, желающих принять бодрящую ванну и напиться прохладной воды. Но люди в своей деятельности зашли намного дальше поисков подземной воды. Колодцы и водопои стали одними из самых ранних изобретений человечества в его попытке приручить воду. Факт в том, что общество по мере своей модернизации склонно подчинять себе воду, заставляя ее выполнять самые разнообразные задачи. Это широкомасштабная ирригация, добыча энергии и транспортные пути.
Еще со времен фараонов вода использовалась для досуга, как способ передвижения и для сельскохозяйственной деятельности. Похоже, что великие цивилизации всегда прокладывали каналы, возводили мосты, плотины и шлюзы, как источник богатства и средство улучшения качества жизни. Эти средства управления рекой дали природе достаточно времени для того, чтобы прийти в себя. Так был достигнут консенсус между полезностью и красотой. На сегодняшний день старинные транспортные или оросительные каналы по-прежнему позволяют существовать в сложной экологической системе, в которой находится место даже для весьма специализированных хищников. В самом деле, ястребы и тетеревятники сооружают свои гнезда близ ирригационных канав и каналов, где для них в изобилии водится аппетитная добыча, например, утки. Однако в этих взаимоотношениях не всегда царит идиллия. Свыше 1/8 всей поверхности Земли занимают фермерские угодья. На нужды сельского хозяйства уходит почти 70% всей воды, добытой по всему миру, из озер, рек и подземных водоносных пластов. Человек создал мир искусственной воды, в котором жидкостью управляют согласно строгим нормам производительности. Шлюзы, плотины, русла, каналы и водопроводные трубы. Вода уже не пользуется своей созидательной силой. Тем не менее, искатели приключений всегда могут воспользоваться шансом. Вода смывает тельца мертвых грызунов и рыб, которых канал унес вверх по течению. Именно этого ждали речные раки. Они способны пережидать периодическое затопление и осушение канала. Умение противостоять непредсказуемым переменам по вине урожая позволило им колонизировать эти новые территории и потреблять с пользой для себя огромное количество органической материи, которую вода несет по этим узким каналам.
Но речные раки тут не одни. Их вновь обретенный рай, которым они как будто наслаждаются в одиночестве, также приютил непривередливого млекопитающего. Американская норка способна поселиться в любом уголке, где есть доступ к небольшому количеству проточной воды. Оросительные каналы ничем не хуже любого другого места. К тому же у них есть преимущество. Здесь, в распоряжении норки, обильные запасы речных раков. Новая жизнь и место жительства норки в непростом мире оросительных каналов является результатом труда человека, который, судя по всему, в определенной степени укротил воду, соорудив колодцы, плотины и каналы. Но вода всегда сохраняла свою способность создавать новые экосистемы и собирать мир дикой природы под сенью своего могущественного присутствия. Переведено и озвучено по заказу hdclub.org. Автор сценария и режиссер Хуан Антонио Родригес Льяно. Оператор-постановщик Луис Мигель Руис Гордон. Композитор Иван Паломарес. Монтаж Альберто Касановас.